Вот на первом участке галантусы с сушеными листьями печеночницы. Вот в бутончиках. Они в бутончиках вообще-то со 2 марта я уже видела. Сейчас поищу где-нибудь. Вот печеночница более прилично выглядит. Вот еще одни галантусы. И тут вот на горке как бы. Надо срочно убирать листья лещины, иначе будет все выпревать. Флокс шаловидный. Вообще надо все переделывать. Вот это вот солнцецвет вечно зеленый. А вот наглый котенок пристает к Туе. Ты что делаешь? Бессовестник. А, не стыдно? Не стыдно хвойные растения обижать. Вот они. Тут разлюли малина. Ну, а сейчас написывает на примулу. Вот скотина. Дали зарплату, и я разорилась на 2 новеньких туалета. Тазик купила, когда не нашла туалета, думаю, не найду. Но по пути попался магазин и еще один туалет купила. Туалетов кошачьих много не бывает. Вся в потеках. Плита, ну, дощечка ДВП. И что еще тут есть? И есть пеленка одноразовая, чистейшая, на которой не спят и в туалет не ходят. Туалет совершенно чистенький. И за пределами туалета 2 подарка в виде кучек. Нормальное это явление, скотина. К нашим кошкам и котам пришел захватчик. Черный кот. И наши начали с воплями прогонять его. Вот у них какие идут разборки там. И драки. Похоже, что серые дерутся, а черный бегает сзади. Может, какая-то кошка с течкой, мышка. Вот под домом, где она, наверное, в подвале родила. Нет, вот наши отгоняют. Отгоняют от своего домика черного кота. Думаю, что кота. И заглядывают в подвал дома. О, у них драка идет какая. За подступы. Наверное, течка у этой. У мамы этих котят.